Давно увидел в паблике вырезку, где нашли то легендарное интервью с вашего канала. Тише. Оно уже сделать. Устарело. Там вот еще нормально? Подпись. Он вот всегда был таким. Йоу, я миллионер, уже 16 лет. Смотрите, большие бабки. Он за 3 года так вырос. Миллионер 16. Мы так же. Какой он маленький. Живем. Тебе сейчас сколько? 19 уже? Какой у тебя рост сейчас? У меня рост 190 с лишним, я думаю. Я не понимаю точно, но я по 2 метра. Вот сегодня съемки. Нужно было срочно купить розовый лук. Вот я купил розовый лук. Так, бро, давай начнем тогда с покупок. Что взял сегодня и почем? Так, начнем с покупок. Первое, это у нас вот такая вот коллаба. Рекованс и Конверс. По-моему, Dark Shadow даже и Конверс. Вот такие вот розовые. Новый трек у меня сейчас будет. Будет называться «Розовые очки» или «Очки», я не понимаю. Но он будет офигенный, про абьюз, танцевальный. И вот на розовом, короче. Про абьюз танцевальный. Он будет танцевальный. Про какой абьюз? А второе, вот прям вот распаковка. Вот девственная упаковка у нас. И мы его так вот снимаем. Вот такая футболка. Vetements Paris. Вот. Stranger Things. И Vetements. Никакого абьюза. Сколько ты отдал в ЦУМе за это все? Вот это стоило 60. Ты, блядь, уже какой-то раздув. Никакого абьюза. 1500? 61-550. О, мы прям ценник можем показать. Да, 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 ценник. Никакого трека. 61-550 в ЦУМе. Блин, в ЦУМе на самом деле дофигища крутой одежды. Я очень рад. А я еще есть класс, культура. Да? А еще есть культура. Вот мне ребята порекомендовали, нужно будет обязательно заскочить. Вот, говорят, то, что там вообще очень много всего. Там и это и искусство, и что картины, да, ты говоришь? Там все есть. Там и ювелирка, и часы, и предметы часы, искусства, и антиквариат. Вообще. Let's go, залетается, конечно. Ты же часто гоняешь в Дубай, неужели ты там не можешь шмотками закупиться? Блин, ну там, знаешь, глаза разбегаются, как бы все-все-все есть, но в Москве как будто именно вот стильная прям одежда везде. Именно стильная. Начнем с сумки Balenciaga. Вот ее я купил в Дубае. И купил, причем супер по какой-то минимальной цене, типа 3000 дирхам, 4000. Наша Зара вот такая вот кожанка. Ну, 1010. Ну, выглядит супер вообще. Тем временем супер минимальная цена 100 тысяч рублей. Даже больше. 130, сколько? Да. Слушай, по-моему, даже не 10, по-моему, типа 6-7. Так дальше уже 100? У нас... Для тупых перевели в рубли. Почему? 3000 дирхам, это же тысяч... Ну, 1 дирхам и 25 рублей, нет? Или уже больше? Что такая MM6 футболка? А что со звуком? Дырявая. Блять! Что такая? 10. Ну, выглядит супер. У вас вообще тоже такой звук? Слушай, по-моему, даже не 10, по-моему, типа 6-7. Так дальше у нас вот такая MM6 футболка. Дырявая. У вас тоже странный звук? Нет? А у меня что со звуком случилось? Так, ну когда ты говоришь о своей девушке, ты же говоришь про Аню Акулич. Что? Я просто про девушку говорю. 9 раз. Нет, брат, я не гангстер. Так дальше. Сколько маржала такая? Она стоила, по-моему, типа 18 тысяч по скидке тоже в ЦУМе. Вот. Я не гангстер, я двигаюсь на попе. Ну, попе. Дальше у меня Louis Vuitton, вот такой вот ремень. Вот такой кто вот. Кто двигается на попе плюс чат? Как в том выпуске, вот такой вот ремень, такие трусы. А трусы Big D Club. Привет Гуди Мэйну, вот такие. Бандана, на-на-на-на. Вот такого стиля. Перемотать куда, зачем? Дальше у нас Balmain джинсы. Вот такие вот. Блестящие. Что-то я вышел сегодня в скине. Уже давненько не выходил в скине, но сегодня появился такой вайп. Сколько таких джинсов стоит? Такие джинсы стоили 60 тысяч. Balenciaga. Balenciaga 3XL. Покупал в Париже. Они стоили 1000 евро. Как же я мог забыть? Как же это я могла забыть? Моей девушке. Вот. Из Дубая. Так, ну когда ты говоришь о своей девушке, ты же говоришь про Аню Акулич. Что? Я просто про девушку говорю. Типа вы просто партнеры по дуэту. Ну, партнеры. А вы реально до сих пор, типа, вы пускаете утку, чтобы вас шиперили, да? Дальше додумываете, вы партнеры, я так скажу. Блин, ну трек у вас подарочек, он разрывает чарты, пушечка.
спасибо огромное, и спасибо всем нашим подписчикам, всей нашей аудитории, всем слушателям этого трека. Вы сделали это супер хитом. Реально, спасибо большое. А напишите, чья это больше заслуга, Ани или Платона? Как так можно вообще говорить? Ждем такой же отдачи от вас. Но я думаю, это заслуга двоих. Какие они эти? Поровну. А в жизни у вас все так же поровну? Вот в ресторане вы вместе делите счет пополам? Нет, конечно, я плачу. Да. Всегда? Всегда. Ну, прикольно. Как будто расстроился. Как... Нет такого. Я тут заметила на моменте, как будто что-то он подрастроился на этом моменте. А что расстраиваться, я не понимаю. А нет, конечно, я плачу. Да. Всегда? Всегда. Ну, прикольно же. Всегда. Платить за свою девчонку. Прикольно. Что расстраиваться? Покупать ей подарки. Ну, как бы, ну, ты такой себя чувствуешь, типа... Круто, жесть, я. Ну а что тебе твоя девушка самое дорогое дарила? Самое дорогое? Рекоунса сапоги. Пару сотен тысяч рублей. Я думаю, пару сотен тысяч рублей, да, они там откуда-то заказывались, но они суперские, я в них всю зиму вообще прогонял. А ты что самое дорогое дарил? Я что самое дорогое дарил? Cartier кольцо. Вот вы своей девчонке Cartier дарите, вот такие. Да, у нее Cartier теперь. Жесть, какая она клевая у меня. Вот. Так. Это моя заслуга, да, у нее Cartier. Ладно, все, извините. Просыпается во мне тот МП старый. Из какого там года? 20-го года. Ну да, получается, что так. Ну, по тебе медиафутбол соскучился. Вот как будто соскучился, реально. Но, я не понимаю пока что, за кого я буду играть. Не понимаю пока что, буду ли я вообще играть. Но меня очень интересует эта вся история с медийным футболом, с тем, то, что какие-то ребята, музыканты, там блогеры играют в футбол. И мы вот сейчас собираемся с пацанами просто вот играть, снимать манежи. И просто кайфовать. Пока что вот так вот мы работаем. Там у нас команда супер разношерстная. У нас есть ребята из Тудроц. Где моя кисточка? Это вот я, Краб, Эрик, Бапе. Потом идут ребята, которые... Я потеряла кисточку, только что тут Еле была. Еле Флаг, меня... Дилблин, типа Ники Цунами, там Скали, Агли Стефан. Это и вот такая? Это вот мы... Это кто такая? Я не понимаю. Это кто такая? Это его девушка. Ники Цунами, там Скали, Агли Стефан. И вот это вот, мне кажется, вот это настоящая медиалига. Если бы вот так вот все играли, просто вайбились, и тогда бы было бы супер. Ну типа не накупали профиков себя. Не накупали, конечно, мы просто так ебашим, мы вообще... Там мяч туда-сюда летит, но все стараются. Привет, как зовут тебя? Привет. Все, можно выключить.